Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем нашу экскурсию по стендам выставки Dental Salon 2022. Сегодня мы пришли на стенд компании «Механика здоровья», и вот основатель, генеральный директор компании Вадим, он нам сейчас проведет экскурсию по стенду и познакомит с продукцией компании. Привет, Вадим! Приветствую, Дмитрий! Пойдемте! Дорогие друзья, первое, о чем хотелось бы рассказать, это боры Диатесин, Швейцария. В то время как многие западные партнеры отказываются от сотрудничества с Россией по разным внутренним причинам, наша компания это сотрудничество только наращивает. Итак, боры для терапии, боры для ортопедии, большой выбор коронкоснимателей и, безусловно, боры для хирургии. Все есть в полном ассортименте, всегда в доступе на нашем складе. Также в нашей линейке представлены боры «Монолит». Мы, кстати, ездили с Вадимом на производство. Ссылочка на видео вот здесь на канале, можете посмотреть. Расскажи в двух словах, в чем их принципиальная разница от всех других. Обратите внимание на эту фотографию. Это цельно-алмазный бор и внешне, и внутри. Здесь всего лишь 10% связки металлический, а дальше это чистый 100% алмаз во много-много слоев. О чем это говорит? Во-первых, этот бор никогда не лысеет. Он со временем начинает уменьшаться в объеме, но все время остается острым. Второй момент. Он оставляет безупречную поверхность без сколов и микротрещин. И третий момент, возможно, самый важный. Эти боры работают непревзойденно долго. По нашим данным, любого турбинного бора может хватить на 3 месяца ежедневной работы в полную рабочую смену врача-стоматолога. Если говорить о количестве зубов, это сколько зубов? Ой, ну, мы всегда говорим, что это 100 зубов, и это... скажем так, средний показатель. Возможно, их еще больше. Но это тот минимум, с которым можно столкнуться. Эти боры – настоящий железобетон. Чтобы объяснить вам, в чем отличие технологии этих боров от других, я хочу показать вам технологию в разрезе. Перед нами гальванический бор. Как видите, внутри это металл и один слой алмаза. Так устроено 90% боров во всем мире. В данном случае это спеченный алмаз. Это 60% металла и 40% алмаза. Металл – это либо бронза, либо алюминий. И алмазики обязательно не должны касаться друг друга в этой технологии. Если они будут в упор находиться, технология треснет и бор расколется. И технология монолит. Как видите, это 100% алмаз без примеси металла. Эта технология не имеет аналогов в мире. Немаловажно будет рассказать и про кофердам. Пойдемте сюда. Наша компания позиционирует себя как портал по кофердаму. Мы занимаемся всеми марками, всеми направлениями, всем, что есть на рынке. Уже 7 лет наша компания читает курс «Методика постановки системы кофердам». И сегодня у нас на стенде наш лектор и идейный вдохновитель данного курса Александр Павлов. Всем привет! Меня зовут Александр Павлов. Я лектор, занимаюсь изоляцией операционного поля. Как уже Вадим сказал, мы много лет проводим этот курс. Этот курс исключительно практический и настолько выверенный, что мы за один день беремся обучить людей полностью овладеть этой технологией. В современном мире стыдно уже не знать все кофердамы, стыдно без него работать. Вот даже Терминатор с нами в этом согласен. Еще у меня есть сайт kofferdam.ru. Там можно узнать поподробнее о курсе и, собственно, все технологии. Система кофердам – это, в первую очередь, клампы, инструменты для постановки системы кофердам, шаблоны и, конечно же, латекс. Латексный лист. Дорогие друзья, небольшой анонс. Очень скоро мы презентуем новую технологию под названием «Атравматичный синус-лифтинг». Давайте я покажу, как это работает. Эти боры абсолютно атравматичны. Они не травмируют мембрану Шнайдера, при этом совершенно спокойно идут по кости. Это видно на скорлупе яйца. Мы далеко не первые, кто пилит яйца на этой выставке, но мы первые, кто обещает вам гарантированный атравматичный синус-лифтинг. По мембране Шнайдера вы можете возить туда-обратно сколько угодно раз. Она не прорвется. Этот бор просто не в состоянии прорвать мягкие ткани. Но твердые ткани при этом он пилит как нужно. Как видите, у нас абсолютно
чистый доступ. И по мембране Шнайдера я сегодня провел уже 100 раз, наверное. Пока пилю этот момент. Спасибо, Вадим, большое за экскурсию по стенду компании «Механика здоровья». Это был Вадим Хромов, генеральный директор компании. Ссылочки для заказа всей продукции, обучающей продукции, будут в описании под этим видеороликом. Спасибо большое за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Всем пока.